Довольно молодая пара. Довольно молодая пара. Ей 17 всего лишь лет, а ему 25. Я так понимаю, ребята катаются недавно совершенно вместе. Я его еще помню в одиночном. Я его еще там видела. Ну, такого персонажа сложно не запомнить. Ну, удачи, ребят. Да, с началом. Ну, начало положено. Не безошибочно была исполнена короткая программа. С первого элемента партнерша упала с тройного луца, но, по крайней мере, это тройной луц. Из парников мало кто может похвастаться таким арсеналом прыжков. Молодцы, ребята. По крайней мере, собрались и вышли первыми. Открыли сегодняшнее гран-при. Молодцы. Сами довольны? Довольно. Ну, хотя, знаешь, по его лицу как-то нельзя определить, доволен он или расстроен. Мне кажется, он всегда, да. Всегда. Более-менее позитивен. Да, все-таки, ну, довольны ребята. Довольны ребята. Рюичи вставал в пару с Наруми Такахаши, которая в свое время рассталась с Мервином Траном. Мы об этом упоминали еще на Cup of Russia. Так, вот тройной лут как раз нам показывают. Ну, у партнера лут прямо как у настоящего одиночника. А партнерша исполнила его в недокрут. Подкруточку мы видим, к сожалению, первого уровня. К сожалению, первого уровня почему? Потому что не было сложного захода, партнер не развел руки во время подкрута, и ловля сложно не получилась.
Тут мы видим поддержку, это свечка, подъем третьей группы и переход в платтер со сложным спуском. Смотри, смотри, Юль, у него что-то с рукой. Возможно, из-за этого вот такое исполнение выброса, он не смог докинуть ее левой рукой. И такое исполнение подкрута, без сложного въезда. И парное вращение. Ну, парное вращение довольно-таки хорошо исполнено. Я думаю, что судьи не поскупятся на уровне. По оборотам все было качественно. И вообще, в целом, картинка парного вращения неплохая. И дорожка. Дорожка была тоже исполнена на очень хорошем уровне. На очень хорошей скорости, шаги, блоки, все было показано. Ну, только тут вот после скобки он только с перетяжками поехал. И Тодос. Тодос, я тоже думаю, поставит третьего уровня. Что-то все-таки вот у него с рукой. Мне вот даже интересно узнать. Ну, я думаю, что у вас в парном катании все-таки руки часто страдают, и плечи. Особенно плечи. Плечи, да, плечи, руки, кисти. Особенно у начинающих парников все перебинтовывают. Кисти, когда только начинают учить. Ну, у всех своя специфика, конечно. Ну да. Вот, например. Итак, набирают 44,83. Ну. Пока первые, но это неудивительно. Первые из